я поняла, что это без мамы, то есть без родителей, что нас одних забирают, стало страшно. Вот я помню день отъезда, когда нас с мамой провожали, садили в автобус. Простите. На то время это даже, может быть, и угнетало. Хотя очень хорошо относились люди. И как бы, ну не знаю, но не радовало нас. Мы хотели домой, домой, домой. Ну и вообще говорят, что уже деревни уже не будет, потому что уже хоронят дома, полностью закапывают все, чистят. И все. Там люди вот в этой деревне, куда мы переселились, да, это Хойники, Великий Бор. Я не скажу, что они были рады нам, но тем не менее, даже, может, где-то и равнодушно к нам относились. Но это все-таки лучше, чем какая-то ненависть, я считаю.